шира вам даруем, а сусіди родные кумочки, белорусы наши голубочки, мы спеваем, счастья вам жадаем, и до нас гости запрошаем. Звездочка моя, моя чаровница, ты моя любовь, моя баловница, звездочка моя, ты моя сторонка, песня про тебя. Вечер, уважаемые телезрители, приветствуем вас в телекафе «Вечерний Витебск». Добрый вечер вам. Всем говорю добрый вечер, и тебе. И ты вот знаешь, сейчас лето, это такая возможность где-то отдохнуть, да, куда-то поехать, но в наших современных условиях можем ограничиться только вот пределами нашей страны. И все куда? Ну вот в деревню, да, обычно едут. На дачу, в деревню, дачу. К бабушке, а да. У нас сегодня обратный случай, сегодня как бы весочка к нам приехала. Да, ну и вообще здорово, что у нас телекафе, мы все еще продолжаем принимать гостей, тогда, когда ну, не так много возможностей, чтобы пойти в гости и лишний раз встретиться с родными и близкими людьми. Ну вот сегодня будем встречать гостей, в общем-то, все как всегда, будем знакомить вас с интересными творческими людьми, и я предлагаю представлять. Начинать. Угу. Итак, это «Вечерний Витебск», мы начинаем. По итогам работы за прошлый год лучшим сельским домом культуры в Витебской области признан Хоцевский сельский дом культуры, который находится в Сенинском районе. И у нас сегодня в гостях заведующая этим филиалом Олеся Даушкас и Любовь Жуковская, культорганизатор Хоцевского СДК. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте немножечко расскажем о вашем учреждении, как вам удалось стать лучшими в прошлом году, благодаря чему? Благодаря плодотворной работе мы очень много работали, старались удивить нашего зрителя. Вот. Ну, как бы, чтобы такого сверхъестественного что-то, мы ничего не сделали, а ну, все по плану, работали по плану, намечали мероприятия и выполняли. Ваше учреждение, оно с большой историей или это достаточно молодой сельский дом культуры? Нет, расскажите оно немножко. У нас с большой историей. Он 1971 года. Угу. При его стройке погибли люди. Даже трагичная история да, была. Да, да. Вот. И Машкевич, и Пипки. Угу. Расскажите немножечко о том, как создавался дом культуры. Совхоз был. И вот решили построить дом культуры. То есть такой стандартный советский план по развитию сельской местности, да? В сельской местности без очага культуры. Вот и решили построить, и вот на протяжении некоторых лет строился своим способом, хозспособом, поэтому вот так вот. Сегодня в том же здании находится, которое создавалось? Да. В нашем здании сейчас находится библиотека, музыкальная школа и на первом этаже Хоцевский дом культуры. Угу. А расскажите вот из истории, много ли коллективов было за это время? Это получается, если с 71 года, если так быстренько посчитать, это 50 лет почти, да, Дома культуры. А какие были коллективы, в каких направлениях работал Дом культуры? Вокальный было, направление вокальное. Любовь Степановна, помогайте. Сольное. Сольное. Потом детский сольный, взрослый сольный кружок.
Потом, ну, уже когда у них была очень, я знаю, очень большая вокальная группа. Это при Беляеве, да, Василию Викторовичу. Это руководитель был, да? Это Беляев, был директор. Директор. Да. И с ним работала Латышева Марина. Она была хореограф, учила вот эти побытовые танцы, где вот это именно сохранили мы золотую коллекцию, вошла наша охотцевская кадрилья. Вот тут больше вот Олеся Михайловна расскажет о танцах. А что за охотцевская кадрилья? И мы сохраняем. Наши бабушки и дедушки раньше в молодости ходили, как это говорится, на вечерки. На вечерки. Угу. Да. Это вечеринки. Мы уже немножечко с Ваней, да, слышали. Нас уже посетили. Да. Вот у вас был наш методист Дмитрий Васильевич. Вот он этим занимается, и мы совместно с ним это все возрождаем. Ну и так получилось, что вот мы сделали большое мероприятие по осени в том году, написали объявление: приглашается в хату Ходцевская сельская дома культуры. Говорю: Любовь Степановна, как вешать это объявление? Я не знаю, придут ли люди. Время будет вечеринка. А что там будет, непонятно, а что там, да? Ну, мы привыкли, как, знаете, время, дата, все, куда, что приглашаем. Ну, правда, говорю, ну, давай будем вешать. Сказали вешать, значит, будем вешать. Ну, повешали, все. До этого мы готовились, там созванивались, репетиции у нас были. Ну, и вы знаете, полный зал людей. Одно только слово — ходцевская кадриль. Полный зал людей. Так что они пришли смотреть или танцевать? Они пришли смотреть. Ну. Но пришлось танцевать. Да, пришлось еще и действительно танцевать. Йога, да? Да, да, да. Вот, в Сенинский районный центр культуры они возродили этот танец. Вот, и они показали, пригласили всех участников, которые остались еще и живы, которые раньше по молодости старших танцевали, да, пригласили их посмотреть, по возможности предлагали потанцевать. Вот, но и очень уже всем понравилось. Ну, даже был такой случай, что участница, была очень плохая погода, и она поломала ногу. И надо было быстренько найти в течение часа замену. И пришлось мне стать, да, танцевать. Ну и как вы справились? Ну, как будто бы все время танцевала. Без репетиции, да, я просто участвовала раньше в художественной самодеятельности, ходила вот в кружок танцевальный. Но вообще эта кадриль, она какая-то очень сложная или наоборот? Она особенная, она круговая, она идет, танцуется по кругу, и она, у нее, понимаете, можно до бесконечности пар подставлять. То есть круг 4, можно расширять, расширять, 6, да, 8, 10, то есть расширять и расширять. Но четное количество должно. Да, скажи, да, детки, да, деток, да, что потому что они, она танцуется вот напротив парами, друга. Парами, да, чтобы парами были пары. Да, угу, да, да. Угу. А какие еще направления работы сегодня есть? Кроме того, что у вас есть вокальная группа, которую мы уже слышали, да, вы занимаетесь танцами. Какие еще направления работы клуба сегодня? У нас что вы есть делаете? Кружок, детский кружок вышивки посещаю. Детки, мы вышиваем крестиком. Mm-hmm. Так, есть танцевальный кружок, вот фольклорный, тоже детский. Мы танцуем там белорусские танцы, под испанно, реченьки, лявонихи, субботы, вот такие вот. Ну и, конечно же, пробуем возрождать ходцевскую кадриль. Также у нас есть сольное пение взрослое детское, вокальная группа «Веселуха», семейный клуб приемных семей «Созвездие надежд». Туда входят семьи, которые взяли на воспитание приемных деток. И мы были в районе, в Ходцах у нас клуб, в Ходцах сама деревня, мы были самые первые в районе, которые взяли много, около 12 семей было. И именно по 2-3 ребенка большим количеством. И вот мы решили, что нужно их объединить. Тогда в то время работала Чепикова Ирина Владимировна директором, и она решила, что нужно объединить эти все приемные семьи по интересам. И ну, вот объединить — это значит им всем предложить какой-то общий досуг, да, правильно? Да, 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 да. Чтобы они да общались, да, чтобы они общались, да. Ведь много всяких праздников, да, и День матери, и 8 марта, и 23 февраля, ну, дни рождения, ну, и не только эти вопросы там разбираются, и психолога приглашаем, со школой сотрудничаем, есть всякие вопросы и воспитание, и, ну, в учебе, поэтому мы как-то сотрудничаем тесно со школой и друг дружку помогаем, и
И учатся помогаем друг им, а не да. нам, мы им. Угу. Хорошо. Скажите, а как ваша жизненная история привела вас в этот сельский дом культуры? Как вы начали работать в нем? Наверное, может быть, с Любови Степановны начнем? Да. Сначала я пришла, ну, а потом уже и дочь угу. привлекла. Из-за меня, можно сказать, она пошла и поступать в культурное заведение, окончила. Ну, а сейчас вот, спасибо, конечно, я хочу сказать, что люди в нас поверили, люди к нам ходят. У нас очень дисциплинированный и симпатичный, как вы уже видели, коллектив. Девчонкам только скажи, они даже обижаются, если когда вот, ну, бывает, что репетиция отлаживается там, или нас там район вызывают выступать, или они всегда только скажи, всегда поддерживают, всегда они у нас, знаете, не только певицы, они у нас и актеры. Новогодние театрализованные такие представления дают, что даже сами себя поражаются, что они играют так, понимаете? Все хотят главные роли и, ну, молодцы. Одним словом, молодцы, стараются. И тем более я вам скажу, что они, ну, любят песню. А это самое главное. И в эту песню они вкладывают свою душу, характер. Ну, и из песни, как вы знаете, и здоровье, и легче жить. Так? Ну, это правда. Вот что, ну, значит, вот культорганизатор. Мы спросили, как вы попали, а вы нам сразу про девчонок. А нет, мои девчонки, это я, это мой коллектив. Они, как говорится, мы вместе сообща делаем людям праздники. Ну хорошо, но все равно, как вы... А вы учились в учреждении? Нет. А как вы пришли вообще работать в культуру? Поваром была. Работала поваром, детишкам кушать готовила. И напевали, наверное, на кухне. Вы знаете, что всю жизнь я пою. У меня в семье все поющие. Так что, ну, видимо, это все мне передалось. Ну, и я вот пою. И меня привлекло. И уже и внучка пела, а сейчас и правнук уже пробует, Кирюша, вот Олеся Михайловна. То есть вы можете, в принципе, уже большой семейный коллектив собрать для того, чтобы выступать. Зять на сцене. У меня Максим танцевал кадриль. Сама. С женой, хотя, но жена его все-таки пересилила, пришел все-таки. Пришел все-таки. Приволокла, заставила. Возможно, да, из-за любви, вот, то, что, ну, надо жене помочь, надо. Ну, послушайте, конечно, как иначе, вы сказали, в вашей семье все пели, что, народное? Народное именно вот такие, вот, понимаете, и танцевали, и пели. Народные все песни, бабушки две, папина и мамина, в церкви были певчие. Ну, вот, видимо, с колыбели они меня это все мы учили. Какие-то песни из тех, которые вот в вашей семье были, вы перенесли потом в коллектив? Они вот сейчас да, появились? Вот свадебные, потом, ну, вот масленичные, жнивенские, ну, все вот раньше, которые вот идут на работу, поют, возвращаются с работы, поют. Ну, в общем, ушло весело. Время, да? Как жаль, да. Вот понимаете, все. И даже вот порой мне даже иногда обидно то, что вот приезжают, например, с республики записывать песни, но жаль, у этих людей уже нет. Понимаете? И я сейчас даже, вот, понимаете, сама себе думаю, ну почему я вот не учила эти песни? Они бы теперь так звучали, мы своим коллективом бы, знаете, как далеко-далеко пошли. То есть очень много материала не сохранилось, да, не сохранилось. Потому что люди уходили. Ну вот что могли, что от людей писали, ходим в экспедиции. Ну, нажали уже люди и хотели бы, понимаете, но это уже забывается с годами. Так, где-то что-то, может, строчки две и извиняются. Потому что когда проводим мы праздники деревень, праздники улиц, мы с людьми работаем, общаемся, ихные, вот как вам сказать, чем они занимаются, хобби там, вот, и они вот, ну, нам помогают. С удовольствием всегда идут нам навстречу, приходят к нам в Дом культуры, мы очень им обязаны, мы их всех любим, всегда их угощаем, всегда мы их ждем. Хорошо. Олеся Михайловна, а у вас был выбор или, в принципе, вам, как вашему мужу, выбирать не приходилось? Вы знали сразу, что только культура, да? Ну, на то время я была в декретном и просто, ну, как бы не было работы, вот, и мне пришлось, вот, Любовь Степановна, давай годик-два поработай, а потом посмотришь, определишься, что это такое, да. Да, и, ну, как попробовала, так и осталось.
Работа... Степановна, но вы это делали с четким пониманием, что останется за девчонками. Ну, конечно, да? Я уверена. Как уверена в свой коллектив, что эти девчонки к нам пришли, и они с нами. Я уже никого не отпущу, если я уже кого-то привела. Они вместе, мы дружны, и вообще мы понимаем друг друга с полуслов, даже по взгляду мы понимаем. Мы дружный коллектив, у нас все хорошо. Мы стараемся. Если бы вы только посмотрели, сколько у нас репертуара песен, вы бы сказали, а когда вы это все поете? Поем. Были какие-нибудь супер длинные концерты, такие, что вы весь свой репертуар исполняли? Ну вот, когда праздники деревень, улиц, родные хаты делаем праздники, вот там, да, уже мы можем себе позволить. Большой. Хоть целый день концерт. А Славянский базар. Как где веселуха? Да. Понимаете, как мы медом намазаны. К нам все. Да, это не то. А еще кухню с собой. А если еще наша кухня, да еще под чарку да шкварка. То есть вы очень гостеприимно встречаете всех, кто проходит мимо. У нас, между прочим, филармоническая площадка в Сельском доме культуры. И приезжают к нам многие артисты. Мы даже, понимаете, с республики, и мы никого без чашки чая или там кофе никогда не оставляем. А приезжают зачем? Выступать. Выступать, да? Мы собираем, да, мы собираем людей, и они выступают. Да. Угу. Ну а сегодня коллектив вообще Дома культуры, насколько он большой, сколько человек работает? Ну, понимаете, раньше было 11, ну сейчас кто в декрете, кто по состоянию здоровья, ну а так вот... А в самом Доме культуры у нас работаю я, заведующий, культорганизатор Любовь Степановна, и все. И у нас... На ваших хрупких женских плечах вся культурная жизнь, может, сельсовета получается, да? Это же не только деревня, плюс еще. Работать с мамой в коллективе сложно было вообще? Сложно. Какие сложности были? Ну, капризные. Если бы мы, наверное, были чужие, я думаю, она бы мне уступала. А раз я ее дочь, так она думает, раза что, выше, да, чем что раз если я сказала, значит, это можно в 3 раза опровергнуть. Ну да, сложно работать. Но я это все пойму. Ну, исправлюсь. Хорошо, давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, посмотрим нашу рубрику «Строкаты и патерки», послушаем об очень интересных белорусских словах и продолжим знакомиться дальше с вашим учреждением культуры. Привитание, сябры! Сегодня расскажу вам про одну внешнюю отметность некоторых людей. Усе мы в детстве востро принимаем критику тикпины со своей внешности. Вот и я в детстве так само чу у свой бок крыўдную на той час для меня песеньку. Ну, памятайте эту так: рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой. И сапраўды шмат у меня было вяснушек, да их и зараз не поменьшало. Але ніхто ўжо у мой бок такіх песень не спявае. Дык вось, калі мы кажам па-руску, то звычайна кажам вяснушкі, канапушкі. А па-беларуску гэта называецца рабацінне. І пра вяснушчатага чалавека маглі сказаць рабы. Да таго ж, даражэнькія мае, рабаціннем яшчэ называецца і ряд на вадзе. Вось цікава, калі б усе размаўлялі па-беларуску, ці змаглі б з такім словам рабацінне прыдумаць крыўдную песеньку пра вяснушчатага чалавека. Не сумуйце, сябры мае, памятайце, што проста нас такіх рабых канапатых вельмі любіць сонейка. Не сумуйце, сябры, да сустрэчы і сонечных вам дзянёчку. А мы продолжаем знакомиться с лучшим сельским домом культуры Витебской области, Ходцевский СДК. У нас сегодня в гостях, и в этом клубе, как мы узнали, не только поют, танцуют, развлекают различными спектаклями новогодними, да, сельских жителей, но и очень вкусно готовят, потому что есть свой клуб национальной кухни, правильно? Расскажите, как и когда он появился, у кого возникла такая идея? В 1998 году Любовь Степановна организовала
так как она любит готовить, вы уже слышали, она повар, она организовала вот этот клуб. Сначала это был клуб белорусской национальной кухни. Да, Господынька назывался, да. Но потом со временем вот народный клуб национальной кухни, игры и фольклора «Хатчаночка». Вот как. Да. Мы решили, что пойдем дальше. Да, расширили. И решили, что раз мы живем в Ходцах, то и название нашего клуба должно быть связано с Ходцами. Решили, назовем «Хатчаночка». А вот что собой представлял тогда клуб, когда вы его создавали? То есть как это все выглядело? То есть все, создаем клуб, и что будем делать, как его создать, что там происходит? Ну, мы, понимаете, делали упор на национальные стародавние блюда, вот ранее какие. Угу. Так, и чтобы это все делать, мы ходили в экспедиции, собирали материал сначала, потом участников насобирали. Слушайте, а кулинарные экспедиции, извините, вот как они происходят? Это нужно прийти к человеку и сказать, готовьте нам еду, и мы будем записывать, это мастер-классы. Это мы договариваемся, кроме того, что чтоб нас, конечно, встречаю или там звоню, говорю, что мы к вам придем. То есть вы знаете, к кому пойти, конечно, примерно? Ну, знаете, в деревне друг друга знают и советуют, мол, ну, я-то, говорит, мол, мало знаю, вот сходи ты там, например, вот кто это и кто это, она тебе больше скажет, ну, по крупицам, все это занесено было сначала так, а потом обрабатывался этот материал, ну, и вот так это уже у нас насобиралось, это все такое, брошюрки потом стали выпускать, это своими участниками ходили, ну, в общем, выступали на всех. Как это говорится, мероприятиях, что в районе, что в области, что в Доме культуры. Ну, вот так вот нарабатывали материал, ну, вот и выбились люди. Но это такой женский клуб, да, я правильно понимаю? Женский, ну, если кто, и когда и мужчина завитает до нас, мы его тоже научим. Ну, завитая, понятно, ну, так, чтобы он постоянно там что-то готовил. Продегустировать. Да, продегустировать это всегда, пожалуйста, но так, чтобы там что-то готовил постоянно с вами. Женский. Ну, женский коллектив. У каждой, понимаете, свое было, ну, фишка своя. Вот, например, у меня Наташа Левченко, она вот, например, ездим мы на... А, они все пекут, девчонки, все, выпечка, это на высшем уровне, так? Но у каждой есть своя фишка, понимаете? Ну, как вот у Наташи Левченко, например, она вот картошку с чесночком, как-то вот она запекает в горшочке все. Ну, у Лебедевой Гали, у нее оладьи, там, сырники, там, это, блины, там. Ну, Галина, вот наша Данилова, тоже у нее особые. Вот, понимаете, нет одинаково, разное. Да, когда вот приходит, например, на Славянском базаре, подходит к нашим столам, именно люди там, не то, что вот сейчас мы, а именно то, что раньше. Вот тут огуречек с бочечки, понимаете, тая капустка квашеная, щавель вот разольем в стаканчике, лупинка, бульбочка это, сало, шкварки, дранники, вот это, понимаете? То есть такая деревенская, да, деревенская, вот кухня. Полевку как-то мы повезли, Одна женщина подходит, ну, у нас подписаны блюда, все, она говорит, а это что, полевка, а можно попробовать? Мы для этого и стоим, чтобы вас вот угостить, и это. Она попробовала, и смотрю, женщина слезы на глаза, говорю, а что случилось? Что-то может не так, вроде бы готовили, все нормально. Она говорит, а полевка такая же, как мама моя готовила, и заплакала. Говорит, именно вот так, рецепт передали вы это. Ну вот, понимаете, приятно людям. Ну, вы знаете, во время Славянского базара столько людей, которые ходят и просто опускают слезу, чтобы там чего-то... Нет, понимаете. Ладно, есть люди, которые, понимаете, мы тоже разбираемся. Ну, мы всем людям рады. И всех накормим. Всегда угостим и накормим, и так что. Но у вас есть какие-то, я не знаю, события, по которым вы все вместе собираетесь, готовите большой всем клубом, стол, да? И потом едите, да? Конечно, ну, дни рождения у нас есть, потом наш профессиональный праздник, ну, все годовые это, праздники. Это какой? День работника культуры, да. 8 марта, да. День матери, вот все вот такие. Все годовые, да, праздники, мы собираемся, в основном, за чашкой чая. Люди отдыхают, а на праздником мы работаем, а коллектив же ж. Они все ушли, и все вместе, всегда все вместе, дружно.
Скажите, есть ли какие-то фирменные блюда, которые вы нашли, рецепты, которые существовали именно в Сенинском районе, что-то такое, что готовили у вас по каким-то особенным рецептам, что вот можно, например, кто-то из наших телезрителей поедет отдохнуть в вашем районе, обязательно заглянет вам в клуб и спросить какое-то блюдо, какой-то рецепт. Ну вот драники. Драники. Да, потом вот полевка. Полевка. Шамшурики. Шамшурики. Сашень. Это так. Вот сенинского района. Помедленнее, пожалуйста. Каша перловая. Не, ну это мы знаем. А вот что для этого было? Шамшурики. Шамшурики, сашень. Шамшурики, вот эта картошка берется, черешь сырую натерку и вареную в мундирах варишь, облупливаешь ее и все это смешиваешь, мнешь сырой, добавляешь туда тмин, соль и обжариваешь сало. И все это туда перемешиваешь. Ложишь на сковородку там или какой-то противень, и это, ну, раньше это задвигалось в печь, да? А теперь, ну, это мы делаем в вазу. Запекается. И получается такое, это своего рода второй хлеб, да. Потом да. Каша грудца. Ну, раньше все на каше, грудца? Понимаете? Грудца. Да, ну, у нее добавляли там фасоль или боб. Или боб, или фасоль, или горох, ну, это по... кто кому что нравится. Но в основном то раньше все каши. Это каша с бобовыми, да? Да. Ну, фасоль или горох, или и добавлялось, боб. Например, тому перловую, там пшенную. Ну, вот, ну, разнообразие. Потому что не это теперь что захотишь, что и приготовишь. А раньше, ну, что было что в хозяйстве? Выросло, да. Что выросло, то и на стол подавали, понимаете? Послушайте, еще какое-то слово произносить. Сашень. Японское. Вот. Сашень. Это тоже такое, это как бы более такое послаще, но можно и любую начинку. Там присутствует мука ржаная. Вот. Так. Замешивалось тесто на муке ржаной и раскатывался блин. Вот даже больше можно было, больше этого пирога, меньше, ну, тоже. Любого как бы, размера. Да, любого размера. На него ложилась начинка сладкая. Нам рассказывали про варенье. Вот, варенье. И защипывалось так внутрь. Еще блин и внутрь защипывалось. И тоже в как печь. Как пирог такой, да, получается. Да, закрытый. Да? Как такой закрытый. Каждодневный. Да. Он, да. Ну, а он делается такой, типа, на ржаной простой, да? Муке. Да. На ржаной муке. Вот. А такие богатые праздничные блюда какие-то? Это, конечно, колбаса. Пальцем пиханая. Да, драники с мясом. Зразы с мясом. Ну, такие зразы, вот души называли зразы. В каждом районе свое это название. Да, такие, которые как цепелины, да, литовские. Только у всех они, у кого круглые, у кого маленькие, у кого большие. Да. А у вас какие, кстати? У вас какие? У нас такие аккуратненькие, как пирожки. Как пирожки обжариваются, а потом можно утятницы протушить. Ну, сохраняем вот это, чтобы... А из сырой картошки делается тесто или из вареной? Да, из сырой. Натирается, потом оттискаешь, подсаливаешь, и потом фарш делаешь, и потом расплескиваешь на середину фарш, закрываешь и так формируешь, обжариваешь и слаживаешь, например, у чугунок, и там потом поливаешь, чугунок обдаешь подсолнечным маслом, чтобы не прилипали сразу эти к чугунку, ну, а потом уже тушишь. Потом подаешь со сметаной, кому что нравится. А ваш вот этот кулинарный клуб, он собирается на базе Дома культуры, да, или да. у кого-то дома? Где вы там печь берете? Вот, ну, этот, на базе плита? Дома культуры, а когда, например, мастер-класс, например, пенсионеры вот иногда любят меня приглашать к себе на дом мастер-класс. Ну, вот знаете, это... так рассказывайте, что я бы вас пригласил. Пожалуйста. Между прочим, да, приглашают. Ну вот кому, например, говорят, ой, ко мне сегодня гости приедут, там, издалека или чем, ну... Приди ты, налепи там пельмени, там, или, например, спеки пирог покажи, или внуки. Ну вот приходила как-то я, приехали из Минска, и приходила к Марии Ивановне Догиль, приезжали внуки, там соседские пришли, делала я им, показывала, как делать пончики, как делается хворост. Они там вообще-то, а потом вот они сами своими ручками это все раскатывали, потом со мной вместе. Мастер-класс для детей, да, даже, да, 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 да. И все это мы испекли, а потом большое блюдо, эти все
дети, даже у нас есть и фотографии, и дети эти, понимаете, с каким удовольствием они это все кушали, что они своими руками и видели это. Вот. Ну, вот помогаем, где каким вот, рецепты сами люди к нам приходят, говорят, вот возьмите к себе туда в коробочку. Или, например, нас приглашают, когда праздники и деревень, и селы, мы все, ну, вот, проводим, мы всегда пирогами, всегда... Всегда вот нам на угощение наши пироги. А вот эти рецепты вы их куда-то записываете? Конечно, конечно. Идете, не знаю. У нас есть брошюрки, мы выпускаем, и там вот есть и фото есть, есть рецепт. И то есть по этим брошюркам любой может это приготовить? Да. Ну и мы очень много поговорили про кухню, а на самом деле не только кухня, но еще игры и фольклор, да? Хачаночка, у нас даже есть благодарность, которую вам объявил Объединение ветеранов, да? Расскажите немножечко о том, какие игры вы проводите. Игры в основном все того времени, что наши бабы, у нас все связано с фольклором, да. Все, что вот как играли раньше, что пели раньше, чем занимались, что кушали, вот все. И хороводы, песни, например, водят, хороводы поют, ну вот Магера у нас это масленица, игра есть. Потом вот. А в чем заключается Магера на масленица? Это что такое? Ну, в общем, на масленицу обычно как в сваты ездят, да? И потом вот, понимаете, как знакомиться. Жених с невестой. И потом вот молодежь, например, играет вот в эту гульню. Собирается парень, девушка, парень, девушка. По кругу идет, например, и садит Магеру. Ну, расскажи. Девушку, например, садят, так, на колодочку. Ну, а остальные все идут по кругу и приговаривают слова. Чики-чики, Магера, туда-сюда, все дела. Туда-сюда крутнула, себе ножку звискнула, пошла к пану на роду, а пан рады не дает, да никто замуж не берет. Ни пан, ни удовец, а хороший молодец. То есть это надо гнобить девушку, что она еще не замужем, да? Да. В этом игра заключается. Ну, кто возьме? Ну, и там хлопец, я тебе возьму. Пара. И даем им колодочку, и они вместе пошли опять по кругу. Вы и кого-нибудь так, пристроили за вот все вот это вот время ваших игр? Ну стараемся пристраивать. Получается, все-таки работает, да? Ну, а обычно же ранее як. Если, например, бабыль ходит, не хочет жениться, ну, не хочет нияк еще, я ему тогда весили колодочку на шею, как видели, что ага, хлопец, тебе ж надо жениться. Ой, слушайте, если так настаивать, то с этой колодочкой можно и с моста сигануть. Не, ну хай еще будет добрый. Ну такие нравы, да, серьезные были. Давайте я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Я думаю, все уже соскучились по вокальной группе, которая называется «Веселуха». Вот вы открывали наш эфир. Сейчас Олеся Михайловна и Любовь Степановна присоединяются к своим девчатам. И вместе мы будем наслаждаться какой-то очередной песней, пожалуйста. Прошепчи ты мне, будь его сны в сне, вишенька.
Ну вот у нас сегодня вечер Сенинского района, вокальная группа «Веселуха», а в гостях у нас Ходцевский сельский дом культуры, который был признан лучшим по итогам работы за 2019 год. Ну вот мы уже поговорили, за какие такие заслуги, поговорили о клубе национальной кухни, я даже боюсь представить, чем сейчас еще нас будут удивлять наши гости. Кстати, мы поговорили о еде, о кухне, да, о самом главном. Да, и поговорили о напитках, да, и помимо еды еще же какие-то есть напои белорусские, которые тоже характерны для региона. Есть ли у вас что-то такое? У нас чаи. Мы вот удивляем травяными чаями. То есть церемония чаепития проводите. Мы ходим, собираем травы, сушим их летом, потом мы высушиваем, формируем их в пакетики. Сборы такие, я так понимаю, да? У каждого чая есть свое название, но стараемся их в льняные мешочки паковать. И вот тогда, когда ездим куда-то, вот где мы выступаем, и всегда делаем с собой выставку чаев. Вы так вот прям вот в них разбираетесь, вот в разновидностях этих травок. Ну, да? Мы стараемся, да, мы читаем у людей спрашиваем, кто-то, что, знаете, как делится рецепт. Что с чем лучше смешать, да? Вот попробуйте вот так, вот это будет лучше. Добавляем вот это, сушеные, например, или яблоки, или там, типа, шиповник. Ягодки, шиповник. А вообще мы делали, началось от чего? Мы делали с морковки. Пили чай? Нет. Морковный чай? Да. Морковный чай? Да. Вот Любовь Степановна. Да, этот рецепт отдался от моей, передался от моей бабушки. Раньше же чаи, вы нам знаете, богатые же пили. Ну так они, а уже повара, которые там у них уже прислуживали, вот делали так, в общем, морковка намывается, на крупной терке натирается, на потельную это все в печку сушится, а потом уже их, ну как вам сказать, последний уже штрих, нужно немножко ее подсмажить. Она когда она высушилась, такой, да, когда поджарить вот она, немножко? Да, нет, подсмажить. А что духовку? Подсмажить? Трошку больше подержать ее. Раньше в печку. Как в печку. Да. Раньше еще газа не было, все печь, это, понимаете? И потом вот это вот холщовый мешочек, это все, чтобы она не отходила, а была такая хрустястая, понимаете? И вот потом заваривали. И вот когда мы дали попробовать, пойдут ли нам вот у нас эти чаи, понравилось. А потом добавляли мы там или веточку мелиссы, или там что-то. Вот, понимаете? Ну, какой-то аромат есть, да, морковного чая? Я даже не представляю. Ну, есть. Вот, ну, как вам сказать? Цвет похож, цвет. Вот, да, на цвет, обыкновенный вот, чай. Даже есть темнее, яркий, смотря как завариваешь. Да. Ну, вкусный. Например, у нас вот и раньше работала начальником у нас вот культуры Новикова Лариса Евгеньевна. Она даже вот любила его, и мы даже вот, понимаете, баночку всегда презент делали и понравился. Заваривать его как обычный чай? Да. Вот сначала началось вот этот чай вот с этой с морковки. Ну, а потом ходим, тоже сушим это все. Липовый и компонуем. Цвет, и иван-чай, и все зверобой, и мелиссу, и лимон, этот, мяту, вот все вот так. Даже вот некоторые даже дают там на огороде что-то садят сами. Вот тархун там или еще что-то вот нате, попробуйте. Тоже вот такую вот немножко, вот понимаете, добавочку даем, что дает такой эффект, ну, как под предвкусие такое, вот, понимаете? Ну, вот так вот. Что за каравай, за пирог вы привезли с собой, расскажите? Тоже какое-то ваше фирменное блюдо? Да, ну, я вам скажу, что мы тоже сохраняем рецепты, именно у каждой аж пироги разные. Вот у нас, у нас, вот у девчаты, все, у каждой выпечка по-разному, и вся вкусная. У каждой своя на вкус выпечка вкусная. Ну, вот у меня, например, это вот Олеся у меня любит такой вот, скажи, что ты любишь. Такой она вот любит притяглый пирог. Ну, вот раньше бабушка... А что значит притяглый? Ну, такой вот не рассыпчатый, понимаете? А такой, как он вот такой немножко липкий. Мокрый. Пропитанный такой. Ну, вот раньше такие вот, понимаете? Ну, пирог тоже же к творцу не у каждой аж пойдет. Дрожжевое тесто не у каждого может получаться. У кого получается, я знаю, да. У кого не получается. Ну, у меня так. Например, у нашей Галины Александровны Даниловой, у нее свое. У Галины Владимировны Лебедевой свое. А с чем конкретно это? Тут есть какая-то начинка? А этот конкретный что? Здесь что? Мак. И этот, пирог с маком. С маком. И сахар взбивается с желтком. Вот это все. Тоже кто готовил? Любовь Степановна. Любовь Степановна готовила. Это ваше уже тесто фирменное. Да.
А вы скажите, вот всегда, когда едете в гости, с собой что-то стараетесь испечь всегда и захватить? Это у нас уже всегда. Хотя, конечно, получаю я, бывает, Олеся Михайловна. Это ты приучила? Нет, все очень правильно делает ваша мама. Все замечательно, продолжаем такие же традиции. Не ругайте ни в коем случае. Ну вот Олеся Михайловна говорит, привыкла ты свою эту выпечку. А во-вторых, еще ж не любит то, что поправляешься ж от нее. Да. Не каждый же ж будет кушать. Конечно, это есть такая проблема, да. Меня не грозит. У вас энергии много, все на сцену выходит. Возможно, я все отдаю, да. А скажите, коллектив «Веселуха», который сегодня приехал вместе с вами, выступает, радует наших телезрителей. А как появился он в Доме культуры, с чего все начиналось? Вот Любовь Степановна пришла к нам работать, угу, и появился коллектив «Веселуха». Собрала? Да, людей. Собрала. Сегодня они были не полным составом, у нас еще есть женщины. А сколько примерно человек? 13. 13. Большой коллектив, да, 13 человек. Сегодня нет у нас, ну, отсутствует вот Самарина Татьяна Анатольевна, Пресвященникова Светлана Владимировна. Потом у нас Дедкова в декретном отпуске, Анютка. Все-таки для кого-то масленица прошла хорошо, да? Потом Рачковская у нас ходила, Наталья, очень тоже солистки. У нас вообще в нашем коллективе все солистки. Да, они все, их можно вот всех поставить, они будут и сольно все петь. Даже без музыки они могут, дуэтом, трио, ну все, они любят песню, они все. Рукодельницы, они нам помогают. Как собирали вы такой коллектив? Как-то вот, понимаете, как-то вот друг дружку. Ну, вот, например, у нас так вот есть тетя и племянница. Угу. Вот а Лебедева, сначала обычно тетя, а потом племянница. У нас есть работники. Ливанская Надежда Алексеевна, она с нами работает, уборщицей. И вот как-то мы ее так подтянули, попросили, и ей понравилось. Она тоже ходит к нам в коллектив, поет. И дочь нравится. Ее тоже, и дочь, вот в народных праздниках. Да. Это. Ну, а Лебедева у нас, она, я не знаю, испокон, вот как только, видимо, после ремонта открылся Дом культуры, она как начала ходить, так и продолжает. И продолжает ходить на пенсии, но она все равно любит. Она любит. Им только скажи. Пенсию. Они такие у нас зажигательные, да, девочки. Мы сегодня едем, да, в Сенно выступать на День независимости или там какой-то концерт. Все, никогда никаких проблем. Хотя и хозяйство держат. Да, да, оставляют. Да, даже, да, и внуки приезжают. Да. Унуки даже у Владимировны песни все наши знают. Да. Угу. Потому что присутствуют репетиции. Бабушка-то учит, да, дома. Разучивает, и внуки, да, разучивают. А тоже хотят, у Светланы Пресвященниковой муж говорит, надоели мне твои уже песни, некуда деться. А раз у нас была веселуха, мы создали, да, это, так значит, подтянулись все их детки, да, у кого внуки, и даже мужья, вот. Уже легче работать, уже вот сколько нет, участников. Нет, ну мы же интересно посмотреть, да, куда они, да, все уходят. Что они там делают? Она, там они поддерживают. Приходят и поддерживают, да, на все концерты, да, поддерживают своих жен. И приятно очень. А во-вторых, все односельчане, они любят нас. Они знают, что мы поем-то не под фонограмму, а все вживую. А это же нелегко. Поэтому они нам доверяют, любят песни. Мы такие подбираем, репертуар в основном лирические такие. Ну, такие жизненные. Чтобы за душу брала, да? Да, да, вот так. Веселые. Ну, вообще по теме, где какая у нас песня есть. Так что... Мы довольны нашим коллективом. Мы рады, что они с нами. И я так считаю, что мы еще на долгие годы будем веселить. Ну, смотрите, коллектив, вот, например, «Веселухи» и, например, коллектив, к примеру, вашего кулинарного клуба, это разные люди или пересекаются? Ну, есть разные, но и пересекаются. Есть и пересекаются, да. Потому что, ну, как вам дружите, сказать, не каждый же бывает, ну, так, уходящее-приходящее, в основном, так понимаете? Ну, а которые уже, если у уже нас истинные, есть то задерживаются, да, то задерживаются. Ну, понимаете, если человеку это нравится, то он и будет. Угу. Скажите, помимо Славянского базара и Сино, где еще выступает коллектив? Какие сцены вы посещали? Ой, мы много где были и бываем, и в Дубровне, и в Городке, и в Орше, Толочин. Да, мы в Толочин, много где были. И ездили на праздник Сикоры. Яблочный, яблочный спас. Шарковщинский район. Да, мы много бываем, гастролируем много. Не только по району, но и по области. Приезжаем.
Бывают такие большие поездки, да, наверное, многодневные. Да. Ну нет, такая утром рано уезжаем и вечером поздно возвращаемся. Ездили национальных культур, вот далеко тоже мы ездили, тоже с кухней и с песнями. Мы обычно и песни, и кухни. Да, да. Все, что есть, все везем с собой, да? Да. Диплом рядом с вами в рамочке лежит. Расскажите, это... Это вот диплом нам за первое место в области. А, это вот то самое, тот самый повод, да? Давайте я покажу операцию. Вы говорили, что просто работали, просто там особенного ничего не делали, но это первая такая награда, да, вот в вашем, в вашем коллективе? Такая. И вам, как ваши друзья, коллеги, соседи не завидуют, не... Нет, или наоборот все... присылают благодарности, наоборот, говорят, ладно, обошли все нас. Все поздравляли, у нас зависти нет. В этом году. Все поздравляли с душой. Все поздравляли, да, просили поделиться опытом, может, что-то у них чего-то нет, что-то мы делаем. Вот вы сейчас поделитесь, они в следующем году будут лучшими. А мы только будем рады. У нас и районное начальство всегда навстречу нам помогает, поддерживает, методисты наши молодцы. Ну, я вам скажу, все работаем дружно, слаженно. Угу. Поэтому, может быть, нам вот... И зритель вас так любит. Очень. Да? Стараемся часто писать в районную газету, «Витебские вести», информацию подавать. Если вот провели мероприятие, стараемся. И даже еще приглашаем. И всем, да, да, вот в том году мы приглашали. И не только в том. Стараемся на такие вот праздники улиц, деревень, дома там, если делаем, вот, приглашать корреспондентов с газет, чтобы они сами посмотрели, чтобы, ну, не говорили, что это мы сами на бумаге, себя нахваливаем. И, да, да. И тут, да, да. А вот праздники деревень, праздники улиц. Я не помню, чтобы нам про такое что-то рассказывали. Ну, может быть, кто-то этим что занимается. Это ваша такая фишка фирменная или все это делают? Нет, все у нас все в районе делают так. Да, да. Угу. Вот в этом году у нас будет праздник улицы Лесной в июне, в конце июня. И в конце августа будет праздник молодой семье, многодетной Щеткиным. Мы будем делать праздник дома. Они сами его построили. И вот мы как бы как влазины будем делать. Ничего себе, то есть, в принципе, можно, если что, ваш коллектив пригласить прямо на дом, его устроить, и там и праздник, и концерт. Да. Юбилеи, дни рождения. Юбилеи, дни рождения, музыкальное свадьбы. Сопровождение. Ну, свадьбы только кусочки вот обряда мы делаем. Угу. Невесту, жениху, надяжу и рогатку. Вот, ну, как то, мы что оговариваем. Да. А что такое хотят? Надяжу? Надяжу, невесту. Садим невесту, да. Одяжа, это что такое? А это такая... зерном внутри посыпана ну, бочка. Ну, раньше где хранили зерно. Да. Вот такая бочечка. Ну, где же она называется? Ручничком застилается, садится невеста. И самый почетный, например, вот она водит невесту ручник и водит женщина, ее. Женщина, которая была долгое время в браке. Это вот она как бы и, а мы уже пожелания невесте. Говорим. Ну, а потом это вот у нас именно свадебная услуга, песня. Она тоже хорошо идет. То есть, в принципе, вы так свадебные обряды проводите местные, да? Да, это местные, получается, да? Можем такой в парке, обряд? Можем вот как в агроусадьбах, дома, в кафе, ну, куда приглашают, там вот этот. А востребована сегодня вообще такая история? Стараются ли молодежь эти старинные обряды использовать? Да, да. Но это, наверное, выходцы из вашего района, да? Да, да. Наша молодежь нас не просто так какие-то городские, ни с того ни с сего, подумали, а почему бы мне вот... Вы знаете, вот если приезжают в агроусадьбу «Солнечный угол», там и россияне, вот им это все нравится, не только наши. Вот это востребовано, окунуться в тот в атмосферу, да, колорит того времени. Какие на этот сезон летний у вас планы? Какие праздники вы планируете проводить помимо праздников улиц? Вот, да, я вам сказала, да, улицы и дома. А так вот сейчас летний досуг детей, детки. Да, сейчас день вы детей развлекаете, да? Впереди у нас выборы, мы будем готовить концерт к выборам. У нас своих Спас работников. Спас Яблочный, Иван Купала. И есть и клоуны. Вот на День защиты детей Надежда Алексеевна, наша техничка, она была клоуном, клёпом. И Любовь Степановна была ириской. Я и была ведущей. Деткам сделали, понимаете, детки были удивлены. Сделали праздник, весело. А детям же, знаете, хоть чем-то даже, надоедает же что-то, хоть чем-то удивить. Постарались что-то и в Доме культуры сделать, и на открытом воздухе, да. На улице. Всем понравилось, родители проходили с внуками, делали праздник. А купальские какие-то интересные обряды вы проводите? Как вообще? Ну, в основном один из самых красивых праздников, наверное. Да,
красивый летний такой. Ну, стараемся его на улице проводить. На улице, костер обязательно, да, костер обязательно, венки на воду, ну, концерт. Ну, гадания, там, да, пожелания. И дискотека. Да, и дискотека. Игры, наверное, да, какие-то. Игры, да. Какие-то ворожбы, да. Ну, у вас лето такое получается самый, наверное, насыщенный, да, сезон? Да. Ну, в принципе, если сказать честно, у нас оно всегда насыщено, весь год. А осенью потом урожай собирать надо, дожинки. А там тогда, понимаете, ярмарки, везем все, что вырастили. Ну, вот так вот живем. А там Новый год, потом коляда. Там зима, едим все, что вырастили. И вот так все повторяется. Вы можете представить, вот сколько мы это уже пережили, вот этих праздников все прошло это. Для нас это вот... Кстати, а вам еще вот, сейчас спрошу, только не знаю, как так сформулировать, чтобы не обидеть. Не надоедает, вот, как бы, что это вот все одно и то же из года в год? Столько праздников. Не хочется такой тихой, размеренной жизни. Новое это не появляется. Вы знаете, хочется. Ну, мы где-то что-то, как вам сказать, чем-то окрашиваем. Угу. Ну вот, не повторяются они у нас. Чем-то вот такое мы... Чтобы каждый из них был чем-то отличался, был особенным. Чтобы отличался. Да? Хоть чем-нибудь немножко там даже вот. И то интереснее. Когда работа делает праздник для людей, насколько сложно расслабиться самому и сделать праздник для себя, дома отдохнуть и так далее? Ну, нам дома не получается отдыхать, потому что мы все время на работе. Даже вот возьмите Новый год, мы стараемся делать мероприятия новогодние в 9 вечера, чтобы когда уже все наготовились, да, уже привели себя в порядок. Мы хотим, чтобы они пришли к нам в Дом культуры и до 11, там до 10:30 отдохнули. У нас представление театрализованное. Прямо 31 числа. Да. Потом все идут домой, все провожают Старый Новый год, да, встречают Новый, и в час ночи у нас продолжается дискотека новогодняя. То есть еще и возвращаются опять. И вот Новый год у нас выпадает как семейный праздник. Вместе. Если там еще 23-8 мы провели концерты и пошли домой и в кругу семьи, да, то Новый год у нас... Без вариантов. Да. И плюс еще все дни, которые выходные, у нас же продолжаются дискотеки. Бурная жизнь, да. Культурная бурная Новый жизнь. Новый год, конечно, на ура. Ну, мы хотим, чтобы люди почувствовали праздник. Ну, если Дом культуры будет закрыт в новогоднюю ночь, ну, я считаю, что это уже не праздник для людей. А так мы открыты до утра. Каждое дело нужно вложить душу и желание еще. Но потому, как вы рассказываете, у вас там царит семейная атмосфера, поэтому, я думаю, даже то, что в Новый год вы не находитесь с вашей такой, ну, небольшой семьей, да, вот вашей личной, вы все равно как-то все вместе, и, я думаю, к вам присоединяются. И коллективно присоединяются, да, да. Мы хотим пожелать вам успехов, пусть ваша семья становится все больше и больше, да, культурные коллективы растут, может быть, появляются новые, Дом культуры развивается, клуб кухни развивается. Спасибо огромное, что приехали сегодня к нам. Ну и прямо сейчас мы, наверное, прощаемся с нашими телезрителями и снова послушаем веселуху, правильно? Тем более, что наши гости предупредили, что у них, похоже, там в каждом дворе, у каждого есть свой персональный соловей. Вот песня про этих соловьев сейчас и будет. Мы желаем вам нескучного вечера. Пока. Соловей, соловушка, звонкая.
выйду в сад.